Здравствуйте, мои необыкновенные. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим его тайные разговоры. С кем и о чем? Карта перевернутая здесь уже. Очень интересно. Путает. Карта, знаете, как боится. Так. Мужчина выходит в энергиях, конечно же, кубкового короля. Кто же к нам приходит? Только он, влюбленный. Мужчина, который на протяжении длительного времени говорит с кем? С какой-то женщиной. С какой-то женщиной, знаете, она будто бы ей помогает. У нее какие-то проблемы вообще в жизни. Возможно, даже по работе. Советы какие-то ей дает. Да, здесь именно рабочий аспект. Я не вижу здесь конкретно каких-то любовных разговоров. Здесь очень возможно, что даже онлайн, возможно, консультации какие-то проводит. Да, однозначно. Нет, девочки, с ней нет никаких связей сексуальных однозначно. Здесь мужчина сразу вам говорит о том, что нет, даже не думай, я на нее как на сексуальный объект не смотрю. Ну что же, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.